Hello, с вами Даниил. И вчера ночью, когда я лазил по ютубчику, я увидел клип на песню «Розовое вино». И сегодня мы его будем смотреть. Поехали! Чё пришла? Кстати, я из видео буду вырезать фрагменты, чтобы видео не заблокировали из-за авторских прав. Похож на птицу. На принца. На принца. Не, что, видео вертикальное будет? Эй, я беру вторую. О, всё хорошо. Ура, горизонтально. Кровь. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, магия цветов со льдом наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода. Девочка пятница не хочет быть его. Элджей меня, если честно, бесит. Его вид, потому что у него линза без зрачков. Можешь даже не набирать. Можешь даже не набирать. Почему гора? Дискотека алкоголя и марихуаны. No stress, обоём как M&M's. Dance, dance. Стоп, не M&M's? Кис, вдыхай меня через кэс, через кэс. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака фиолетового вата, вокруг ты пиздата. Твои кинты ложки, а я без башки. Мы не будем играть в кошки-мышки. Твои ладошки уже далеко зашли. Я хочу тебя, еще хочу сишку. Я перестаю дышать. Розовый, розовый фон. Чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата. Магия цветов со льдом наших стаканах. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, их местоположение. Фиолетовая вата. Я бы жил в этом месте, в том самом моменте, когда мы летели на байке. Эти пальмы и ветер, пальмы и ветер. Кто-то пальмы балом закате. Мы на гребне волны скользим и катим. Все, что так долго копили, тратим. Вам придется сегодня потратить. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата. Магия цветов со льдом наших стаканах. Клип мне понравился, но там мне... Не понравился Элджей, но Элджей мне вообще не нравится. А он еще там менял свои позиции, высовывал язык, а с его линзами это выглядело как-то, если честно. Ну а так, клип прикольный, песня тоже прикольная. Ну а если вам понравилось мое видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы сам первым узнать, когда у меня выйдет видео. А с вами был Панков Даниил. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.